Привет, друзья! Сегодня мы с вами канал «Я и мой хвост», и я автор и ведущий Олег. Друзья мои, сегодня тема не о передачах, а... Ой, не... сегодня тема будет не о собаках, а сегодня я буду рубить, колоть дрова. Смотрите, взял у мамки тут разбитый колун такой старенький. Ну, тут я, естественно, обмотал, он тут весь разбитый был, расклинил я его, зафиксировал, заклеил, как полагается. Взял паракорд, обмотал паракордом, чтобы осколов не было. И вот одну из методик очень такую интересную. Посмотрел, как колоть дрова, чтобы они не разлетались. Вот видите, там покрышка стоит. В эту покрышку я сейчас буду ставить свои поленья. Ну и, соответственно, как бы, чтобы это все дело не разлеталось. Кстати, вот эту березу, вот кто смотрел мою передачу про козлы, вот эти вот, и говорил, что не выдержит она бревен, все выдержала, все пилено на этих козлах. Так что... Уважение, мы живем с вами в век информационных технологий. Вот один из методов колки дров. Конечно, их уже очень много методов таких в интернете, на ютубе есть. Ну, те, кто смотрит мой канал, может узнать это и от меня. Всем спасибо, с вами был канал «Я и мой хвост», я вас приведу. Олег,